Так, друзья. Друзья, ну что, всем привет-привет. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я только вон там со столовой вышел и пойду сейчас до магазина. Куплю пиво, чипсики там, еще что-нибудь. Ну, пойдемте прогуляемся, посмотрим вот эту красивую аллейку. Вы вместе со мной, друзья, идете. Да-да-да. Телефон заряжен, памяти вагон, батарейка заряжена, так что идем гулять. Какая же все-таки это красота. Я вчера вечером на тех скамеечках сидел, когда солнца уже нет. Такой воздух свежий, офигенный просто. Деревья так ласково шумят, ребят, это такая красота. Душой отдыхаешь вообще. Ох, ребята. Желаю каждому из вас хорошо отдыхать. Вот наш домик. Очень хороший. Мне очень нравится. Сразу домик тут вышел, тут же пляж. Вообще, вон там мне еще домики нравились. Сейчас пройдем. Деревья красивые. Деревьев везде навалом. Я вот по той аллейке хотел прогуляться. О, а по ней пойдем на обратном пути, точно. По вот этой туда пройдем, а обратно по той пройдем. Хорошо. Кайфово, идешь так, отдыхаешь. Какая же жара. Не, вот здесь вечером надо гулять. Вечером вообще кайф. Все вот эти березки. Те вон качельки. О, не качельки, эти лавочки с крышей прикольные. Здрасте. Вот так вот, короче, елочки красивые. Это там вон еще один какой-то корпус. Тоже с номерами, скорее всего. Хотя нет. Может, на какой-то специальный. Это кто там? Привет. Как отдыхается? Красава. Ну, вот эти, ребят, всем круто. Все отдыхают. Что-то, блин, надо было полотенце взять. У меня так все горит. Здесь вот эти качельки на цепочках вообще классные. Там детская площадка. Ой, как жарко. Чего же я, блин, этот не взял себе полотенце на плечи, повесил бы. Я сейчас пойду вот здесь среди елочек. О, вот тут кайфово. Небольшой такой обзор комплекса как раз я хотел сделать. Сейчас давайте чуть-чуть зарулим, детскую площадку покажу. Не, Иссык-Куль это классно, это семейный отдых, самая тема. Вот для детей тут, для малышков, развлекухи. Дофига, это вот наш домик с задней стороны. Еще вот корпус есть хороший. И вот такие домики есть еще. Вот этот тоже на... Ну, тоже здесь много номеров в нем. Вот эти деревянные старенькие домики мне нравятся больше всех. Сейчас по обратной стороне пойдем, я вам покажу. Там был один домик, в который мы два раза приезжали. Только с разных сторон в нем жили. Тоже типа вот такого. Он либо вот этот домик вот такой, либо на две части может делиться, либо на четыре. Ну, все зависит от того, какой номер возьмешь. Там либо однокомнатный, либо двух. Это вот аллейка мне больше всех нравится. Вечером свежо, вот эти розочки все пахнут. Там где-то еще была большая аллея роз. Пройдем, посмотрим. Вот. Вот эти вот домики мне нравятся. Вон там вдалеке, видите, стоит. Вот этот тоже. Вот тоже корпус интересный. Вон там, по-моему, какой-то новый корпус строят. Или уже построили. Да, вон тот. Мы сейчас его еще обойдем. Вот тут новый какой-то корпус. Вот этот уже был. А вы, друзья, пока не забывайте поставить свой лайк, подписаться на мой канал, все такое. Блин, надо же побриться, ё-моё. Ладно, завтра еще целый день здесь, вечером зайду побреюсь. Классно вообще здесь. Так вечерком.
Вышел, здесь елочки, на скамеечку сел, кока-колу затянул, ну или еще что-нибудь. Туйка тоже прикольная. Так, идешь по вот этой всей аллейке. Короче, мы с вами в магазин идем. Трава чуть поливается. Вон тот вон корпус новый, его уже частично, как я понял, заселять начали. Прикольно. Вот эти нравятся мне домики, вот эти вот. Вот домик, смотрите, какой красивый. Маленький, уютный, вышел вот так вот. На крылечко, сразу как будто в лесу, вон скамеечка. Вот эта тема. И как раз озеро рядом покупался. Как отдыхается, друг? Очень отлично. Ну, круто. Эти люди какие добрые все. Только солнце, конечно, недоброе. Но что-то сегодня прям солнце палит конкретно просто. Когда солнце, надо на пляже купаться. Мы вроде вчера закупились в магазине нормально, но что-то не хватило, сейчас еще пойду. Иду, короче, вот вместе с вами в магазик. Какая аллейка красивая. Во, вот такой вот домик мне нравится, хороший. Таких домиков тут навалом. Вот такой тоже старенький, красивенький домик. Видите, у него две двери. И на той стороне две двери. Значит, это значит, что здесь номера, наверное, однокомнатные в этом домике. А в таких же других двухкомнатные бывают. Вон того тоже красивый. Вот этот домик тоже классный. Это тот же самый домик, только с новыми ремонтами уже. Вот, идем дальше, короче. Да, это такие старые домики, еще советские. Ну, тоже очень хорошие. Прикольно. Что-то я уже типа задолбался. Далеко тут идти до магазина, особенно когда после обеда с полным животом. Надо было поспать, пойти чаю. Немножко не додумался. Такой тоже домик есть. Побольше. И вот это вот Алтын-Кум очень хорошая, ребят, база. Ну вот уже пятый раз здесь. Значит, точно хорошая. Вон там целое поле с розами. Сейчас дадим. Покажу. Вон там она. Все в розах. Большая клумба такая. Блин, нас можно на скамейке. Люди прикалываются уже. Говорит, что, говорит, на бетоне сидишь? Бетон типа теплый же. Ну там розочек много. Красота, короче, ребят, что говорить. Ох, как ветер шумит хорошо. Так ласково-ласково уши ласкает. Вообще класс. Ох, я прям вот дышу полностью, всем животом, всей груди дышу, короче. Вообще класс. Сюда можно и на автобусе, и на машине приехать. Здесь, короче, вот полностью охраняемая парковка. То есть вот ты на территорию заехал, машину вот здесь бросил и все. Ну как, номер взял, купил, парковка входит в стоимость номера. Вообще без проблем. Вот видите, сколько людей приезжает на своих машинах. Тачку бросил на 2-3 дня и пошел отдыхать. Классно же. Это типа администрация здания.
Да, обратно, вот смотрите, мы пришли по вот этой аллейке. Это там розы. Ну, туда пройдем. А обратно пойдем вот по той, чтобы было интересней. Да, вот такая вот охраняемая полностью машинами парковка. Ну, там заезд с той стороны, я так понял. Это вот тут тоже магазинчик, но я вот за ворота пойду. Мне тут не нравится. Вот здесь здание, вот это вот здание администрации, где принимают, сдают номера и так далее. Тоже все красиво. Эти цветочки, все такое. Люди отдыхают. Сейчас за ворота выйдем. Да, вот есть ворота, вон там, откуда машины заезжают. Вот будка с охраной даже. Я говорю, парковка полностью охраняемая. Ну, вот магазинчик сейчас либо в него схожу, либо там еще. А это вот въезд, чтобы машину можно было свою поставить. Вот. Что, друзья, видео на паузу поставлю, быстренько все куплю, чтобы не затягивать. И пойдем обратно. Вот сюда давайте зайдем, вот этот магазинчик. Ну а что, как раз в сомах и цены, посмотрите, сколько стоит что. Может, вам тоже будет интересно. Вот всякие сувенирчики тут. Ха. Сувенирчики вот здесь. Но я один взял. Прикольно. Здрасте. О, шляпы есть. А шляпы почем? Шляпы. Ну, все понятно. Ладно. Короче, что-то тут больше всякой этой. 500 по 600 сам шляпа, может, и недорого для шляпа. Ну ладно, у меня же там есть, у меня там вон та есть шляпа хорошая, я ее таскаю. Вон куча магазинчиков. Что там я этот уже? Чего я хотел взять там? Я забыл. Я хотел чипсы местные. О, вот тут тоже шляпы, да, есть всякие. А почем ваши шляпы? Не знаю. Вам детская надо? Это детские, да, только? Ну, примерно сколько стоит? 300, 250. О, не по 500, не по 600, как вот там дальше заряжают. А, знаете что, давайте чипсы. Одни вот эти, пожалуйста, и вот такие вот. А на что суп идет? Можете? О, все, вот эти одни. Ага, и потом этот. А напитки же есть у вас? Да, да, да. Живое 2 литра и колу есть? Какая? Не, ну не, такая точно не пойдет с холодильника. Тех тогда воркуешь, да? 2 литра точно, да, нету с холодильника? Колу можно вот, полторашку тоже. Полторашку колу возьму. Да, наверное, все. Вот два чипса, кола и... А, макси-чай я хотел взять. Вот, макси-чай у вас есть? Так, сейчас я на паузу поставлю. Так, друзья, продолжаем дальше путь. Сейчас я фокус наведу. Короче, все. Все, что надо, закупил. Все, что надо, набрал. Вот. Короче, вышло на 645 сом. Вот это все там пиво, кола, короче, чипсы местные. Еще чуть сторговался, вот. За 620, 25 сом сторговал. Вот так база отдыха называется, Алтынкум. Дом отдыха Алтынкум. Ну, это, короче, поселок Чойсары. Вот трасса, по ней приезжают. И с одной стороны, видите, горы, с другой стороны, там озеро. Можно вот приехать сюда. Автобус здесь нас высаживает, здесь же забирать будет. Ладно, время не тянем. Номера киргизские, прикольные.
А вот наши казахские номера. Это с Алматы кто-то приехал. 02 Алмата регион. Точно. Гарантированно. Тут вот с этой стороны кафешка есть. Если немножко вот так пройти, вот и там кафешки еще есть. Через дорогу вон там вон супермаркет есть. По-моему, вон Эльдик, что ли, называется. Туда можно сходить. Ну, там вчера все закупались. Но мне уже до туда лень идти. Я пойду сюда. Давайте время не тянуть, пойдемте обратно. Потому что я хочу вам показать с другой стороны. Олегу с другой стороны хочу показать. Идем, короче, ребят, все, что надо, взял. Так, друзья, ну что, по вот этой аллейке мы пришли. Конечно, это короткий путь. Если я вот так пройду, будет дольше. Ну, все-таки я хочу вам показать. Так что вот, идем сюда. Идем с этой стороны. Я иду так, отдыхаю тут. Пукаю по чуть-чуть. Все равно тут воздух свежий, не испортишь много. Сейчас, давайте, тут. Вот эта большая клумба из роз мне очень нравится. Красивая тоже. Чуть-чуть сейчас зайдем, покажу вам ее. Вот такая тут красота. Сейчас. В прошлом году тут больше было их. Ну, бывает, бывает. Ну, тот домик тоже все. Ладно, пойдем. Пойдемте дальше. Вот я только не помню, по какой улице. А, вон там столовка. Да, это столовка для тех, кто в обычной домике берет. У нас столовка сразу в номере. Это обычная столовка, вот там для всех. А, нет, это какой-то мемориал тут или что. Или памятник какой-то интересный. Так в глубине стоит, даже не дойдешь до него. Вот еще одна аллейка, поле с розочками. Ну да, что-то в этом году их поменьше. В прошлый раз все было засеяно ими. Что-то в этом году поменьше. Вот эти тоже прикольные домики. Ребят, по пути в магазин сходил, обзор целый. Всего комплекса обзор вам тут сделал. Да, ребят. Не надо мне в комменты писать там и говорить, сколько это, сколько то стоит. Я вам, короче, телефон и оставлю в описании администрации вот этого вот дома отдыха. Вот. Звоните самостоятельно, все узнаете. Вот так. А то я в прошлом году из Сыкуль показал мне в каждом видео, сколько стоит. Ребят, вы че, блин? Ох, красиво, да? Елочки вот эти. Даже вот днем обед, но ну, воздух вообще наисвежайший. Блин, вот это вообще красиво сейчас. С пакетом так фотать неудобно. Вообще круто. Ладно. Все, друзья, не забывайте лайк поставить на канал, на мой подписаться. А мы с вами продолжаем. Идем дальше. Так, ладно, аллейку красивую оставляем. Идем дальше. Сейчас, ребята, как-нибудь штативчик свой возьму. Извиняюсь, что иногда трясется. Я стараюсь не трясти, но я-то в движении. Все, короче, идем. Елочки вот эти просто вообще. И сосны, и елочки. Тут все есть. Идешь, как будто в лесу находишься. Так, звук болгарки слышу. Ну, такое бывает иногда. Это такая старая-старая аллейка. Вот.
этой вот стороны тот домик большой. Ну, вон та главная аллейка, а это такая дополнительная. Ну, она такая старая аллейка, длинная тоже. Вот я почему по ней пошел, я хотел вам домики показать, вот эти красивые. Ну, вот это тоже очень уютная аллейка, но тут чисто березы. Березы и березы. Тут идешь и идешь. Тут вон домик тоже прикольный. Я не помню, у нас или 17 или 18 был. Я если сейчас дойду, я вспомню, какой домик у нас раньше был, когда в прошлые разы приезжали. Но сейчас уже второй год вот подряд в том корпусе, в красивом, который я вначале вам видео показал. Красота, конечно. Так, ребят, ну я стараюсь не трясти, ну уж извините, как получается. Скамеечки вот эти прикольные, советские, еще старые. Вот, вот такие вот домики. Вот эти домики мне больше всех нравятся. Чуть ниже сейчас пойдем, там такой же домик будет с отделкой. Эти домики уютные, вышел и сразу вот ты в лесу. Я помню, в тот раз тоже на крылечко вышел, стульчик поставил, бокальчик шампанского взял. Это да, тоже дети у меня маленькие были. Войнушки с ними бегали, вот здесь играли. Было такое. Вот, вот этот хороший домик. Что там с той стороны то ли что-то строят, то ли что. Вот этот хороший домик сразу вышел, и тут ты как будто в лесу. Не-не, вон тот у нас был, точно. Я помню, или 17, или 18. Тут почему-то... А, тут работы какие-то там. Но это уже другая территория. Вообще раньше этого не было. Вот там все в деревьях было. Как будто они там, смотрите, сколько деревьев спилили. Вот говнюки были. Вот, вот этот домик, я помню, был, наверное. Тоже что-то, наверное, строят. Вот этот домик, помню, классный был. Вот здесь вот вышел, вот так и сидишь. Или не тот у нас был. Нет, у нас, по-моему, ниже был дом. Там тоже вот так, такое что-то строят. Ну я вон там смотрю, сколько деревьев кучу повалили. Они, наверное, что-то делают там. Непонятно что. Деревья, конечно, жалко, если будут ломать. Хотя домики такие же вот. Вот, вот этот красивый домик. Видите, такой же старенький домик, только они уже, видите, обделанные вон там. Отделанные, я оговорился. Не надо всякую фигню в комментах писать. Вот этот хороший домик. На крыльцо вышел. И сидишь среди елочек. Как отдыхается? Да, вот эти. Вот 17-й домик, я помню, у нас был. Вот там вышел и сидишь. Давно. Сразу раз и все. Дальше, по-моему, просто аллейка. Вот, да, вот 17-й. И вон тот вверху тоже хорош. Но вот в 17-м мы отдыхали. Вот это хороший домик, мне нравится он. Ну, сейчас хорошо в корпусе. Хорошо, что сейчас корпус взяли, а то с этой стороны там строительные работы идут, не очень как-то приятно. Там-то на пляже уже не слышно ничего. Вот эта вот аллейка сразу на пирс вот туда выйдет, где вчера отдыхали. Вот тоже домик красивый, как коттедж, смотрите. Весь красивый сайдингом отделанный. Вот это красивый домик, прям вообще. Да, это тоже все номера. Тоже классная вещь. Не, ну он тот, где мы снимаем в зимнем корпусе, он самый лучший, там даже бассейн есть. Бассейн еще не ходили в этот раз. Вот такие вот дела, короче. Ладно, я стараюсь не трясти. Иду с этой стороны. Ну, вон та, конечно, центральная аллейка получше была, чем вот эта. Вот эта аллейка очень длинная, я уже так долго иду по ней. Я помню, мы где-то здесь ежиков в тот раз нашли, я тоже снимал. Ну, правда, отпустили потом обратно все на то же место. Пофотали его, погладились и отпустили, короче.
Было такое дело. У меня еще дети маленькие. Здесь пока непонятно, наверное, что тут строить будут. Да, вон с той стороны дальше наш корпус. Пойдемте на пляж, ребят. Как у вас дела, уважаемые? Как настроение? Нормально. Ну вот, хорошо. Хожу тут до людей, докапываюсь. Ну а что мне еще делать? И для чего камеру взял, чтобы ходить до людей докапываться? Спросить, как дела, как настроение? Это все Наташка, ребят, Наташка все. Там вечно до всех докапываешься. О, хорошо. Вот этот пирс. Так, у меня Наташа с Лизой где-то здесь. Максим остался в холле. Там пойдешь сейчас. Пойдет номер, сказал. Так, ну на пирсе. Ой, там сколько все прыгают. Я уже наснимал, как они прыгают. Пляж чистый, пляж убирают. Вот такие вот помойки есть. Сюда все люди скидывают, а потом помойки выносят. Пляж всегда чистый здесь. Я вот, видите, не вижу, чтобы мусор по пляжу валялся. Вы видите мусор? Я не вижу. Ох, какая красота. Само озеро вон из Сыкуль. Так, давайте по-быстрому от музыки отойдем подальше, а то я забыл, что авторские права YouTube не любит это. Че YouTube вечно на музыку жалуется? Как он надоел мне уже этот YouTube с этими авторскими правами, просто бесит. А где мы? Где наш зонтик-то? О, я Наташку вижу, вон там она. Отваливается, и Лиза тоже. Такое ощущение, что сейчас дождик хочет пойти. Все, пойдемте, ребят. Вон там он, номер наш. Сейчас красивый номер вам покажу. Ох, и Сыкульчик. Вон там домик кто-то наш, откуда я выходил. Как дела, дорогие мои? Чё тут отваливаетесь? Наташка, все, я все деньги там потратил. Сторговался, конечно, чуть-чуть. Одну пачку Максиму, одну Лизу тебе с паприкой, как ты просила. Тебе, Макси, чай, не знаю, маме пиво, мне, наверное, колу. С Максом колу. Ну, колу надо, кстати, отнести в этот. Нет, я поснимаю, с вами поваляюсь на пляже, вы что? Пойдемте поснимаем. Ох, красота. Вон там наш номер, вон тот вдалеке, видите, стоит. Ну, вон тот зимний комплекс, в котором мы отдыхаем, ребят, это самый лучший, который тут есть. Но домики вон где мне больше нравятся, старые, советские, прям вообще не знаю, тащусь от них. Пойдемте с кульчик поснимаем немножко саму водичку. Людей, конечно, много тут сейчас. Да. Все хотят отдохнуть. Пирс вот этот вечером светится классно, вот эти фонарики. Что ты так кричишь? Ребенок там какого-то папу зовет. Красота. Ну, что-то вот под вечер опять волны, днем вообще было хорошо. Ну, это здесь возле берега немножко мутная вода, потому что волнами, а так она вся прозрачная. Я уже видео снимал, показывал. Ну, вот так вот мы с вами сейчас прогулялись по всей базе. Всю базу я вам показал, максимально все рассказал, что знал. Нет, все вам хорошо, мне нравится. Да, кстати, вот в этом зимнем корпусе, вот который там, сейчас вот сюда пройдем. Вот, в том вот, ребят, зимнем корпусе, там есть и Wi-Fi, короче. Правда, он только в холле на первом этаже.
В нем же бассейн, в том же корпусе еще и этот, столовая, сразу прям в нем зимний такой корпус. А все остальные, вон те домики, которые бока, они ходят в обычную отдельную столовую, там есть у них. Я в прошлый раз показывал, в этот раз уже не дошел до них. Вообще классно тут. Шум волн, лежишь вот так, кайфуешь на пляже, смотришь на все. Что-то там, я смотрю, с пирса никто не прыгает, что-то по дурости стоят все и не прыгают. Так, ребят, ну что? Ну все, ребят, давайте, видео подходит к концу. Лайк обязательно, ставьте свой большой царский, подписывайтесь на мой канал. А я пошел дальше отдыхать, на пляже валяться сейчас, пивасик затяну туда-сюда, короче. До скорого, друзья, пока-пока!